Ребята, всем привет! С вами я, Аня, и вы на канале «Идейки за копейки». Посмотрите, что я для вас подготовила. Сегодня у нас будет суперская, классная, хэллоуинская, настоящая распаковочка. Я в этот раз приготовила скрепыши. Как вы видите, они все вот в таких вот пакетиках. В тематике Хэллоуина. Посмотрите, какие они все яркие, красивые. Все эти пакетики и скрепыши я тоже сделала сама. И я очень надеюсь, что вам они понравятся. И в следующих видео я обязательно покажу вам, как я их сделала. Очень легко и просто. Получится точно у каждого. Ну что, давайте будем распаковывать. Для начала давайте посмотрим, какие прикольные все пакетики. Каждому скрепышу я придумала имя, и я надеюсь, что вам понравится. Поэтому не судите строго. Если нравится вам уже и нравится такая идея, то не забудьте поставить лайк. Мне будет очень приятно. Если не подписаны, также есть время подписаться. И поехали! Посмотрите, какие классные пакетики. Они очень-очень классно шелестят. Это тоже как классный антистресс. И очень-очень даже похожи на сквиш. Только содержимое можно поменять. Кстати, отличная идея для классного антистресса сквиша без скотча. Я думаю, что я обязательно для вас такое видео сделаю. Ну что, давайте выбирать, какой пакетик распаковывать. Они все такие классные. И я не знаю, с какого начать. Давайте начнем с вот этого пакетика. Ну что, открываем. Готовы встречать скрепыша? Посмотрите, посмотрите, какая красота нас здесь ждет. Каждый скрепыш в пакетике. Вот такой вот. И теперь смотрите, какой классный. И имя ему я придумала «Привиденыш». Вот такое вот привидение прикольное. Посмотрите, крепыш выглядит ничем не хуже, чем настоящий оригинальный. И я вам скажу, что он достаточно крепкий и классный. Сделала я их из фоамирана. Ну что, первый наш скрепыш – это «Привиденыш». Вот так вот они классно прикрепляются, смотрите, как настоящие. И все, готово. И можно повесить на палец, на ручку, куда угодно. Откладываем нашего привиденыша в сторону. Я его вот так вот сейчас расстегну. И будем открывать следующий скрепыш. Если вам понравится такая коллекция, то я буду вам делать классные новые коллекции. Если есть идеи, то пишите, я обязательно сделаю. Давайте откроем вот этот яркий пакетик. Как вы видите, у нас их два, немножко разные упаковочки, но начнем с этого. Так, открываем, посмотрим. Ух ты! Здесь тоже скрепыш вот в такой вот индивидуальной упаковочке в пакетике. И этот у нас паучиш. Как вам имена, которые я придумала? Мне кажется, что очень-очень классно. Посмотрите, какой прикольный паучиш. Он тоже застегивается и тоже сделан из фоамирана. Ну что, у нас теперь есть привиденыш и паучиш. Открываем дальше, чтобы не тратить время. Кто нам попадется в этот раз? Ух ты! А это у нас... У нас сегодня сплошные антистрессы. И сквиши, и шаруделки. Это у нас летучиш. Посмотрите, какой прикольный. Классный вот такой вот скрепыш. Кладем его сюда. У нас уже три скрепыша распаковано. Поехали дальше. Мне нравится вот этот пакетик. Немножко пошарудим. Как настоящий антистресс. Ну что, можем распаковывать. Кто же нас ждет? В этом пакетике. Вау, посмотрите. Сейчас распакую. Вот так вот. И это у нас черепыш. Посмотрите, какой прикольный. Ну что, у нас уже 4 классных, настоящих хэллоуинских скрепыша.
из которых мы можем собрать браслет или же украсить любую ручку и любую канцелярию в школе. Тоже очень классно. Даже можно повесить на рюкзак. Ну что, открываем следующий пакетик. Кто у нас попадется в этот раз? Кстати, со скрепышами я уже готовлю вам новую коллекцию. И она вот такая классная. Я уверена, что вам понравится. И следующее. Ну как же, какой Хэллоуин без вот такого главного героя, как тыквыш? Посмотрите, какой прикольный тыквыш у меня попался. Вот такой вот яркий. Оранжевый. Класс. Ну что, нам осталось распаковать последнего, 6-го скрепыша. И очень интересно, кто же нам здесь попадется. Ух ты! Смотрите, черного цвета. И это у нас... Сейчас посмотрим. Ух ты! И это призрачиш! Посмотрите, какой прикольный призрачиш. Как вы видите, все скрепыши разного цвета. Все прикольные. Давайте попробуем их соединить. Я вам покажу, как они соединяются. Ничем не хуже, чем настоящие. Вот так вот. Вот так вот. Одного. Дальше второго. Ой, третьего уже. Дальше вот так вот. Смотрите, как классно. Уже из трех скрепышей у нас может получиться очень-очень классный вот такой вот браслетик. Смотрите, вот такой вот браслетик. Ну, на мою руку даже браслетик получится уже из двух скрепышей даже. Ну что, соединяем дальше. Посмотрим, какая у нас классная получится цепочка из скрепышей. Или бусики. В общем, классный вот такой вот декор. Вот такие прикольные скрепыши. Давайте дальше. Сюда я прикреплю черного. Они классно держатся. И вот такие вот они, как настоящие, очень-очень вот такие вот, как резиновые. Классные скрепыши. И последнего тыквыша прикрепим вот сюда. Ну что, знакомимся. Тыквыш, призрачиш, черепыш, привиденыш, паучиш и летучиш. Вот такие вот прикольные скрепыши у нас сегодня попались. И можно соединить их вот так вот в колечко, и получится вот такая вот красота. Если вам нравится такая идея, залайкайте это видео, чтобы я делала для вас больше таких идей. И надеюсь, что имена вам тоже понравились, потому что я долго думала, выдумывала и придумала. В общем, мне эта идея очень понравилась. Буду готовить для вас новые коллекции. И скажу, что новую коллекцию я уже заканчиваю, поэтому скоро новая распаковочка. И вы будете просто очень удивлены, потому что... То, что я сейчас делаю, это просто сейчас в тренде. Это будет такой маленький для вас сюрприз и маленькая такая вот подсказочка. Готовимся к Хэллоуину с хэллоуинскими скрепышами. Я покажу вам, как сделать вот таких скрепышей и как оформить их в упаковочке. Всем спасибо большое за внимание, всем классного настроения, отличной погоды и никаких стрессов. Пока! До встречи на канале «Идейки за копейки».